Сашко потрапив за лаштунки найбільшої національної сцени, звичайно, з допомогою нашої знімальної групи. Виступ Софії Ротару був наприкінці концерту. Я читав о ній і знаю, що вона дуже в душі романтик, і я думаю, вона мене поймет. Чи можна уявити, що діялось в душі звичайного київського хлопця? Він ще ніколи в житті так не наближався до зірок. Хлопець зніяковів. Хто йому тепер допоможе? Адже знімальна група лише організовує зйомки, а реалізувати свої плани герой має самотужки. Тож, зібравши всю волю в кулак, Сашко попрямував до гримерної Софії Ротару просити благословення на їхній з Юлею шлюб. Добрий вечір, Софія Михайловна. Добрий вечір. Мене звати Олександр. Я тебе замітила, смотрю, молодий чоловік, ти чому-то не підійшов ко мені. Постіснявся, да? Саша, дуже приємно, Софія Михайловна. Я вирішив вас не хвилювати перед виступлением. Да, я перед выходом всегда волнуюсь. Спасибо тебе большое. Очень спасибо. Прекрасно. Аж мурашки по коже бежали, когда вы пели. А присаживайся, давай присаживайся. Я стульчик тепло, я подвижу к тебе. Дело в том, что у меня есть любимый человечек. Вот. Как зовут он, человечка он такой... любимого? Юлечка. Он такой для меня любимый, что я просто не могу. Она вас очень уважает, и она не только уважает ваш творческий путь, она очень любит украинскую песню, она смотрит все ваши спасибо, клипы, очень и ну, просто танцует даже под них, и просто счастлива. Спасибо. И вот я хотел вас попросить, чтобы 13 числа... 13 этого месяца? Да. Ноября? Да. В ботаническом саду, Никита. Где? Никитском ботаническом саду. Как рядом с моим домом. Да-да-да. Я читала об этом. Как здорово. Так вы решили, что 13 месяца? Мы решили, что там будет бал белых хризантем, и чтобы вы были нашей феей. Это ты такой придумал? Да? Не совсем. Благодаря съемочной группе мы вместе. Здорово. В это время, да? Так здорово. Тем более в ботаническом я очень часто там бываю, рядом живу. Так что будет время, заходите ко мне в гости. Спасибо. А у вас не получится? Ой, Саша, у меня так. Сейчас я вспомню. Вот Дима, моя дирекция. 10-го день милиции, да, в Москве? 11-12-го. Творческие вечера Валеры Меладзе. Я уже в афише как бы обещала. А 13-го творческий вечер Николая Зиновьева. Если, ну, вы молодые, может, помните такую песню «Красная стрела, ночь отойдет, я тебя люблю, а ты...» Помню. Вот споешь вот своей Юлечке 13 числа эту песню. Сашенька, никак у меня не получится, но я что-нибудь придумаю. Ну, пожалуйста. Я что-нибудь придумаю. Но запомни, что обязательно что-то будет. Может быть, меня не будет, но я в долгу не останусь. Все будет замечательно. А я хочу пожелать тебе счастья, удачи, любви, Юлечка, цени, береги, живите долго-долго, красиво. В общем, всего тебе самого хорошего. Замечательный парень. Ну все, до встречи. В любом случае мы встретимся. Юлечке большой привет от меня передай. 13-го вы меня вспомните. Я не забуду. Ялтинський дощ зіпсував усі дбайливо складені плани Сашка. Та залишивши кохану в готелі, хлопець все ж таки вирушив до Нікітського ботанічного саду, щоб підготувати освідчення. А дощ дальших подій ми навіть забули попередити друзів і родичів Софії Ротару про те, що час їхнього приїзду змінюється. Адже вони мали з'явитися після освідчення. Та побачивши їх таких урочистих та ще й з букетом білих хризантем, зрозуміли, що втручатися вже пізно. Нам залишалось розраховувати тільки на винахідливість Сашка. Скажіть, будь ласка, Юля, є серед вас? Юля, есть? Да. Юлечка, можно вас на минуту? Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте. Я к вам по поручению.
по поручению героя Украины, народной артистки Софии Михайловны Ротаровой. Здравствуйте. Она просила поздравить вас, передать вам сувениры, подарок. Спасибо. Самыми наилучшими пожеланиями, хризантемы. София Михайловна просила передать вам всего самого доброго, самого хорошего, чтобы исполнились все самые ваши сокровенные мечты. Ну, ваши мечты и Саши. А Саша где? Саша. Юлечка, это все для тебя. Я никогда никем не любовался, как любовался милою тобой. В безбрежном море тихо мне купался. С названием нежной любовь. Юлечка, любимая, ты понимаешь, ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Дело в том, что я понял, что хоть наша любовь и не с первого взгляда, но это не самое главное. Наша любовь прошла очень большие испытания, испытания временем. Я готов налиться сталью, я готов стать стеной. Я стану перед кем угодно, я буду драться за тебя. Я так тебя люблю, я хочу, чтобы мы всегда и везде были вместе. Я люблю тебя. Будь моей женой, будь всегда моей. Подожди секундочку, у меня для тебя сюрприз. Секунду, подожди. Я хотела, чтоб ты нашел мою любовь. Так хотела, чтоб все у нас случилось вновь. И поверь, у сердца хватит сил. Ты его в подарок попроси. Это розы, Юлечка, с той планеты, про которую я тебе вчера читал. С планеты маленького принца. Я твой маленький принц, и я никогда не покину тебя. Тебе не будут такие нужны шипы, как ей. Я хочу услышать еще этот раз. Еще раз. Ты будешь моей женой? Да. Да. Что ты сама не увидела Софию Михайловну. Но она нас приглашала даже в гости. Так что... Ты же правда? Подарок действительно от нее? Из ее рук. И меня? Саша и Юля, счастья, любви и удачи. Мне очень приятно, как генеральному директору концертного зала «Юбилейный» и как земляку Софии Михайловны пригласить вас на наш концерт Софии Михайловны Ротар в городе Ялте. Вы будете почетными гостями в этом концерте. Ждем вас. Спасибо вам. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо большое.